Всем огромный привет! Получила я свой заказ в компании Avon по 9 каталогу. Давайте я покажу, что я заказала, что заказали мои подружки. Заказ был очень интересный, на мой взгляд. Тем более в этом заказе были у нас было вот такое предложение собирать мили. Я хочу чуть-чуть на нем остановиться, чтобы не было ошибок у девчонок, которые будут эти мили собирать. По условиям, в 9 каталоге надо было взять обязательно 2 геля для душа и заказ, чтобы был на 500 рублей. И тогда вы можете получить одну милю. Соответственно, 4 геля для душа, 2 мили получается, 6 гелей. И, ну, уже и каждый раз 500 рублей. 6 гелей и 1500 рублей – это 3 мили. В общем, вот так считается. У меня получилось так, что я заработала всего 4 мили, ну как я и моя подруга, по 2 мили мы заработали, 4 мили всего в заказе, хотя гелей у нас было много, около 10, наверное, штук, и у меня заказ был на 2500, то есть по милям должно было быть их больше, но тут мелко написано, что товары из стиля жизни не принимают участие. У меня был один товар из стиля жизни. Вот. И получилось, что не добрала я по деньгам. То есть по гелям я добрала, а по деньгам не добрала. Ну, теперь, я думаю, все понятно. Вы не сделаете ошибки, которые сделала я. Но мы мили будем собирать в следующем еще каталоге. Надеюсь, наберем. Давайте покажу заказ. Сразу выстрою всю батарею из гелей для душа. Первое — это солнце Калифорнии. Я их взяла аж 3 штуки. Что-то себе, что-то на подарки. Вот так, это крем-гель для душа. Входит аромат грейпфрута розового и франжипани. Очень-очень вкусный и приятный аромат вот этого грейпфрута. Я сразу по-быстрому их выстрою, потому что на гелях мне останавливаться совсем не хочется. Следующее, что было из интересного в заказе, это романтика в Венеции, гель тоже кремовый для душа, аромат фрези и красного пиона и мускуса. Вот этот гель приятный аромат, но такой аромат уже в Avon был. Я не могу вспомнить где, но был. Из новинок еще 2. Это уже просто гель для душа, не кремовый. Умиротворяющая гармония Востока. Входит аромат жасмина и зеленого чая. Приятный свежий аромат. Это аромат летний, такой освежающий. Пахнет действительно жасмином и зеленым чаем, но зеленым чаем больше. Так, тоже их сразу выстроим. Уже знакомый крем-гель для душа «Гармония небесная». Аромат ландыша и яблоко. Кто-то слышит только ландыш, кто-то слышит только яблоко. Я слышу и яблоко, и ландыш. И еще 3 геля, которые были в заказе, это мужские. Первый — энергия океана, мята и морская свежесть. Это уже идет шампунь-гель для душа с дезодорирующим эффектом. Вот. Второй — экстрим. Ни одного слова на русском языке. Я не помню, что входит. По-моему, вот грейпфрут сюда входит, в этот аромат. Так, давайте я вот так поближе покажу. Можно увидеть, тут желтенькими буковками мелко написано. И последний. Сила притяжения, освежающий шалфей и сандаль. Сандаль — это шампунь-гель, тоже для душа и тоже дезодорирующий эффект. Вот такая батарея у нас получилась. Так, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 штук. То есть по милям мы могли и 5 миль набрать, если бы сумма заказа была, в общем, 5 на 5, 2, на 2500, да, получается. Ну, я не знаю, у меня как-то почему-то вроде на 2500, но миль-то было 4. Ну, потому что, знаю почему, потому что один товар был на... не с того каталога. Так, все, теперь из интересного.
Подруга заказала себе мини-версию Today. Она его очень-очень любит. Я не буду доставать, потому что все знают, как выглядят вот эти 10-миллилитровые флакончики. Мы с ней обе очень любим ароматы. И каждый раз либо она, либо я делаем интересные заказы. Также подруга заказала себе Summer White. Вот эту голубую крышку. Я открыла уже... потестировала, потому что я никогда вот голубую и фиолетовую крышечки, ну, с такими ароматы, с этими крышками не нюхала, не тестировала. И вот возможность была. Тоже подружка сказала, открывай, тестируй, рассказывай. Аромат очень приятный, мне понравился. Цветочный он такой. Не... Он цветочный, знаете, вот можно сказать, как чистотой пахнет. Мыльный такой, свежий, вот на лето подойдет. Ощущение чистоты, вот как будто из душа вышла, и чистое-чистое при этом. Второй аромат более цветочный, более такой, больше похожий на парфюм. Если первый больше похож на такую чистоту, то тут уже чувствуется парфюм. Понравился. Вот этот фиолетовый уже выходит из каталогов, и его можно найти только в распродажах. Он 200 с небольшим стоит. Он, наверное, мне понравился больше. Да оба понравились, просто единственное, что вот этот больше пахнет, вот как будто что-то такое чистое, мыльное. Дальше. Мама себе вот как раз из стиля жизни заказала кольцо. Оно называлось Мишель. Пришло кольцо вот в такой коробочке. В ней была вторая коробочка, вот такая симпатичная, крупненькая. И само, собственно, кольцо выглядит вот так. Такая бабочка получается тут. Она выпуклая. Вот на, не знаю, как вам показать, на белом, на руке. Я так медленно повращаю, и вы увидите, как оно смотрится. Богатый перстень, конечно, такой. Цвет изумрудный у камня. Вот так оно смотрится. Я на пальце покажу, но оно мне, конечно, велико. Но я так попробую. Вот так оно смотрится. Массивненько, крупненько. Вот так. Интересное, оригинальное. Конечно, единственное, хочу сказать, что мы не ожидали, что оно будет вот такое вот выпуклое, крупное. Думали, что это все будет близко к камню и более плоское. Ну вот, будет носить такое. Вот, видно, да? Вроде бы со всех сторон я его провертела. Кольцо по каталогу стоило 259 рублей. Вот. Дальше. В каталоге в 9-м было предложение на шарфики. Вот этот шарф у меня есть. Хотела я его взять сюда и забыла вам показать. Хотела тоже похвастаться. Ну, чтобы как бы уже полная картина была. Но забыла так забыла, уже не пойду. Я взяла себе второй. Всю зиму я ходила в этом шарфе, можно так сказать. И мне очень было тепло и хорошо. Большой размер, потому что. И у второго шарфика точно такой же почти размер. То есть, если в первом 202 на 98, то во втором 182 на 100. То есть, практически, ну, на 20 сантиметров короче, это не страшно. Главное, вот на метр. Давайте я вам вот этот вот покажу шарфик. Он пришел в пакетике. Пакетик я сразу уберу. И вот так вот он выглядит. Давайте сравним с каталогом. Ну, по-моему, в каталоге он выглядит, ну, чуть-чуть поярче. В целом то же самое. Вот такой вот орнамент, рисунок.
ну, как бы листики, цветочки, не сильно ярко. Я и хотела, чтобы вот один шар был вот такой, знаете, как бы не сразу, не броский, не очень яркий, спокойной расцветки. Тут видно и ромашки такие, полевые цветочки не очень яркие. И как он обработан. Он такой на вид тонкий, но в общей сложности, когда он вот весь этот метр на шее, то он тепленький. И вот такая вот бахромушка по краешкам идет. Шарфик нравится. Мне как первый нравился, так мне понравился и этот. Так, краешки, если... Я уж все не буду разглядывать, показывать, но вот краешки обработаны, по-моему, хорошо. Вот. Вот такой шарфик. 499 рублей он шел по каталогу. Дальше. Подруга заказала себе две помады. Была хорошая цена, если купите две штуки. Она выбрала вот из этой серии. Помада Ультра. Взяла она вот эти два оттенка. Я ей сейчас позвонила, спросила. Говорит, открывай, показывай. Единственное, я думаю, сводчи мы делать, конечно, не будем. Но помады откроем, посмотрим. Так что, Ларис, спасибо тебе и огромный-огромный привет. Вот так выглядят две помады. Так, тут окошечек нет. И вот первое название. Давайте посмотрим. Ну, видно, да? И открываем. Смело. Черный футляр. И смотрим цвет. Вот такой ягодно-малиновый. Очень красивый. Приятный аромат. Ну, все помады Ультра пахнут именно так. Так, это вот это. Вот. Видно. Соответствует. В каталоге кажется она чуть светлее, но мы сейчас смотрим стик, а не сводч. Вот. В общем, вот такая помада. Я ее закрою, чтобы она нечаянно не упала. И вторая помада уже называется вот так. И мы ее сейчас тоже посмотрим. Вот такая красавица. В чем-то они между собой кажутся похожими. Но вот это ягоднее, это сочно-розовый, это такой малиновый цвет. Так, и сейчас я вам тоже покажу вот эту. Вот она. В общем, вот это первая была, а это вот вторая. Вот так они смотрятся. Дальше. Я заказала на подарок две туши. Это, по-моему... В общем, вот так они называются. Это в молодежной линейке, в Color Trend. Две цветные новинки. Я их открывать не буду, конечно, потому что это подарок. Я сейчас попробую быстро найти. Ну, у меня обычно быстро не получается. А нет, получилось. Так, это 139. Это не здесь, да? Не те я нашла. Да, вот они. Вот они новинки, 139 были рублей, и, по-моему, я взяла вот эти две, синяя и зеленая. И вот такой должен быть футлярчик фиолетовый. Буйство красок называется сама линеечка. Но, надеюсь, хорошие. Вот. Ладно. Долго не буду останавливаться, раз уж показать особо не могу. И новинки по фокусу кое-какие я взяла. Это
я взяла вот в этой линейке десерт для твоей кожи. Гель-лосьон и спрей. Лосьон-спрей для тела. Выглядит это все вот таким образом. 200 мл лосьон. Приятный аромат. Действительно, клубника со сливками очень приятно-приятно пахнет. Клубника и белый шоколад. Ну, как клубника со сливками пахнет. Гель такой перламутровый, розовый. Освежающий написано. И спрей. Спрей тоже такой приятненький. Действительно, клубничкой с шоколадом с белым пахнет. Такой. С кислинкой. Клубничка с кислинкой. Как клубника в йогурте. Вот больше как-то вот так вот. Мне напомнил запах. Так, еще я взяла крем для ног. Это тоже был в прошлом, по-моему, каталоге по фокусу новинка. А в этом уже он шел отдельно. Я сейчас... Нет, хотела по-быстрому найти, но не нашла. Вот так он выглядит, с экстрактом красной смородины. Ванильная ягода, увлажняющий крем для ног. Мне понравился аромат. Он такой розоватый, кремовый. Я не люблю гелевые у них. Ну, потом я слазь. Я не люблю у них гелевые текстуры, а вот кремовые очень люблю. Ну, и пахнет очень приятно. Прямо очень-очень. Только крышку я куда-то запулила. Так, по заказу, наверное, это все. И сейчас я покажу, что я по баллам взяла. По баллам я потратить попыталась все-все баллы, которые у меня оставались. Потому что сейчас приходит постоянное сообщение, что надо до 12-го каталога все истратить. О, у меня там было, кстати, очень много баллов. Первый я взяла вот такой набор лак для нее. Открывать решила не открывать, потому что его судьбу не знаю. Может быть, и себе оставлю, но, по крайней мере, не сейчас. Здесь два парфюма. Первый 50 мл, второй 10 мл, дорожная версия. И 150 мл, по-моему, да, 150. Это парфюмерный лосьон. Парфюмированный лосьон. Вот такой классный набор, который и подарить приятно, и самой пользоваться тоже хорошо. Второе, что я взяла, это была малюсенькая сумочка. Она пришла вот в таком пакетике. Такое мимишество. Вот такая красотень. Ярко-синяя, она вот прям буквально одна ладошка. Здесь цепочечка. Ее можно длинной сделать, если вот это все дело убрать. Ой, простите. Сейчас я вам покажу. Вот. Видите, она уже становится длинной, если так. И сама сумочка прям просто вот сумочка-кошелечек, можно сказать. Тут есть отделенница такое, как бы второе. И вот само донышко. Вот такая вот сумочка. Она застегается, застегивается на кнопочку. Такое у нее донышко. На лето нормально. Как раз телефончик положить, денежки положить и малюсенький пакетик, если у вас будут какие-то покупки. Очень удобно. И смотрится не дешево. Вот. Вот такая красота. Тут пленочка, ее можно оторвать. Вот уже оторвала. И смотреться как в зеркало даже можно. И последнее, что я взяла по баллам. Ребенок у меня просто пищал. Это вот такая вот муфта для ног. Она оказалась очень большой. Вот такая вот. Сюда умещается действительно две ноги. Муж смеется, а почему ты вторую не взяла? У меня были бы тапочки. Мы представили его в этих тапочках. Вот такой лисенок с ушками. С милым хвостиком. И вот такое вот прямо глубокое-глубокое туда дно. У меня ноги постоянно мерзнут, даже летом.
Поэтому я думала, что это будет мое. Но как оказалось, что вся семья запищала, что им тоже всем нужно. Ну, кроме, может быть, моей мамы. У нее ноги всегда горят, ей не нужно. А ребенок, муж прямо очень обрадовались. Вот такая вот тапочка, которая даже в кадр не лезет. Вот такой вот замечательный оказался лисенок. Прямо действительно он мне так понравился, что мне захотелось еще. Если бы я знала, я бы вместо сумочки лучше два лисенка бы взяла. Настолько они милые. Прям как игрушка смотрится, плюшевая. Ну и последнее, что мне приехало, это 10-й каталог, который мы сейчас с вами будем листать. Распродажа к 10-му каталогу. Фокус. И, наверное, все. Да, и все. Ну, тут еще пара вот таких вот брошюрочек. Ну, это, наверное, система скидок. Вот, может, кому-то интересно. У меня часто спрашивают девчонки про систему скидок. Ну вот, видите. Так, если повыше. И вот так пониже. Все, вот такой вот был у меня заказ, на мой взгляд, очень интересный. Надеюсь, я была полезна, далеко не уходите, я сейчас полистаю каталог, сама его еще не видела, даже не открывала. Будем смотреть, как всегда, вместе. Всем до новых встреч и всем пока!